Всем привет! Интересно, вы когда-нибудь испытывали то же самое, что сейчас испытываю я? Что я испытываю? Ну, примерно следующее. Все, что ниже пояса, у меня напрочь замерзло. И я не чувствую ни ног, ни своей задницы, ничего. А все, что выше, у меня очень сильно согрелось, и мне жарко. О чем это говорит? Да о том, что, во-первых, ощущение, что моя задница на Северном полюсе, а тело в Таиланде, а во-вторых, о том, что наступила зима. Так что, уважаемые мои друзья, поздравляю вас с тем, что наступила зима. Зима у нас в этом году шикарная, началась сразу по календарю. Ладно, в общем, что-то я заговорился. Кто вообще говорит? Говорю я, и я несу в руках огромную, зеркальную камеру, которая снимает на видео, потому что маленькой видеокамеры у меня нет. Вот, и мне неудобно ее нести на вытянутой руке и снимать себя, поэтому я буду показывать пейзажи вокруг. Единственное, что когда я разговариваю с людьми, все хорошо, и разговор идет сам с собой, а когда я держу камеру и разговариваю с ней, как не знаю кто, то я могу зависать, тупить, поэтому, возможно, видео будет отрывками, пока я буду тупить, висеть и думать, что сказать дальше. Возможно, вам будет неинтересно это смотреть, поэтому я просто это вырежу. Кто я вообще такой, почему стоит смотреть эти видео? Меня зовут Виталий Яковлев, и с недавних пор я веду отчеты по своим целям. Основная цель за год – заработать 3 миллиона 600 тысяч рублей. Остальные 10 дополнительных целей ставятся на 2 месяца, и каждый день я выкладываю отчет по тому, что сделано по данным целям. А там наверху звезда, не знаю, видно вам или нет. Короче, я пробую записать отчет в видеоформате, посмотреть вообще, как вам это понравится, не понравится, стоит ли заниматься этим дальше, и как лучше, текстом или видосами. Что было сделано за последнее время? Вообще, за то время, пока я веду отчеты, предыдущие, кстати, вы сможете посмотреть примерно где-то вот по этой ссылке. Предыдущие отчеты выложены вот в этом сообществе. И, соответственно, вы можете с ними ознакомиться и почитать, чтобы у вас было понимание, кто я такой, чего делаю и так далее. За последние 50 дней, пока я веду отчеты, я запускал продажи по разным инфопродуктам, запускал продажи по услугам по дизайну. И большая часть этих продаж была провальной, но я не сдаюсь и иду дальше. Сейчас запускается серия курсов, которые я выпускал раньше, плюс тот, который вышел недавно по оформлению сообществ. Запускаю рекламу. И я решил на несколько дней отложить написание отчетов, чтобы сконцентрироваться именно на главной для меня на данный момент цели – это запуск продаж инфопродуктов. Чем меня не устраивают услуги по дизайну? Во-первых, тем, что надо слишком много работать за слишком небольшие деньги. Почему небольшие? Потому что, когда дизайнеры начинают работать, и у них нет готового портфолио, когда, короче, вообще у них ни хрена нет, то люди не готовы платить больших денег. Ну, по крайней мере, это по моему опыту. Может быть, кто-то и знает способ, я лично его не знаю. Вот, и сейчас я запускаю продажи инфопродуктов своих. Кстати, есть личности, которые писали, что я не побрился, и на фотографии Photoshop, я же все-таки дизайнер. Вот вам прямые доказательства. Таким уровнем видеомонтажа я не владею, к сожалению, а может, к счастью. Но на этом видео вы явно можете увидеть, что башка моя лысая. Затылок показывать не буду, потому что он может вас напугать, ибо там содержится косячок производства. Я же не видел, что происходит сзади, когда себя стык. Ну да ладно, речь не об этом. Что было сделано за эти несколько дней, за выходные? За эти выходные я ни черта не спал и сбился с режима, но тем не менее, была разработана модель продаж инфопродуктов в 5 касаний, благодаря email-маркетингу. Я думаю, что я об этом запишу отдельное видео, чтобы вы лучше поняли, чем эта модель продаж хороша и как она вообще себя покажет. Чтобы вам было понятнее, что, где, на каком этапе происходит. Дополнительно к этому я записал несколько продающих видеозаписей на апселлы, на скрипт рекомендаций вирусный, на уроки. И все это постепенно будет приходить тем, кто подпишется ко мне в базу. Вот такие вот дела. Кстати, да, заплатил деньги за то, чтобы мне настроили Яндекс.Директ. Так что через несколько деньков, 4-5, запускается реклама, которая будет работать уже наконец-то постоянно.
Потому что у меня есть одна проблема. Я постоянно вкладываю деньги в рекламу ВКонтакте, она мне ничего не приносит, и я продолжаю их туда вкладывать. Не знаю, чем меня так привлекает ВКонтакте, но как-нибудь я это выясню. Но когда дела будут идти получше. Значит, к сожалению, так как это видео первое и вообще тестовое, я не взял с собой список целей. К сожалению, я их все не помню. Точнее, я не помню, я могу сбиться с последовательности, начну тупить, и вы ничего вообще не поймете. Поэтому в следующем видео, я уже со следующего видео начну подробнее рассказывать о своих целях, чтобы вы понимали, что конкретно я делаю по каждой из них. Да, кстати, недавно я заключил декларацию с людьми, точнее было это вчера, о том, что в декабре я заработаю 90 тысяч рублей прибыли, то есть увеличу ее в 3 раза с ноября, по сравнению с ноябрем месяцем. Если я этой цели добиваюсь, то я плачу в качестве благодарности 5000 рублей тому, кто написал комментарий первым. И если я ее не добиваюсь, то я сделал себе наказание, что я плачу 20 тысяч рублей тому, кто напишет комментарий вторым. В общем, я очень надеюсь, что скоро у меня появится нормальная, легкая, простая камера в использовании, благодаря которой вы сможете меня видеть. А пока вот смотрите на Россию. Знаете, большая часть видеозаписей по бизнесу или по каким-то с полезными какими-то материалами снимается людьми в костюмах, галстуках, рубашках, в офисах, в каких-нибудь бизнес-центрах, в Таиланде. Хрену. Вот она Россия, вот она реалии жизни и вот то, что окружает начинающих предпринимателей. Машины, грязь на дороге, деревья. Ну вообще, в этом есть какая-то своя красота и что-то духовное. Желаю вам всем успехов и ставьте под видео лайки и поделиться, и пишите свои комментарии настолько, насколько вам понравилось это видео и стоит ли продолжать записывать их. Желаю вам успехов, с вами был Виталий Яковлев.